Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Алкей – греческий лирик из Митилены на острове Лесбос, друг Сафо, это поэтесса, выходец из аристократического рода, постоянный оппонент царствующих титанов. Был изгнан из Греции, жил в Египте, затем вернулся на родину. Уцелевшие стихи Алкея сохранились либо в передаче поздних античных авторов, либо на египетских папирусах 2-3 века нашей эры. И эти строки дошли до нас в основном благодаря цитатам у Афинея, Аполлония, Гефестиона, Страбона, Гераклида и некоторых менее известных античных авторов. История любви Алкея к Сапфо не подвергалась никакому сомнению и была популярной темой в искусстве. Почти не возникает сомнений о том, что Алкей стал одним из отвергнутых поклонников Сапфо. Известен фрагмент, который цитирует Аристотель, упоминая о чувстве Алкея к Сапфо. Вот эти слова. Сапфо, фиалка кудрая, чистая, с улыбкой нежной очень мне хочется сказать тебе словцо тихонько. Только не смею, мне стыд мешает. Ну вот так немного о персонаже мифологии Алкее, греческий лирик из Митилены на острове Лесбос, друг Сапфо. Пока-пока, до свидания.